Сила воли и бесконечная любовь к жизни. В юности Сергей Бурлаков в автоаварии потерял кисти рук и стопы. Но тяжелая травма его не остановила. Сергей ушел в спорт – стрельбу, плавание, бег. Он первым пробежал многочасовой марафон на протезах и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Сергей получил титул «Человек планеты». Он говорит, нет ничего невозможного, если есть цель в жизни. Рассказать об этом он приехал в Самару студентам и школьникам. Любовь называется. Вот ты когда себя любишь, когда ты любишь окружение, родных, близких, детей, вот свое хобби, вот это и есть тот мотиватор, который тебя заставляет работать над собой, самосовершенствоваться и достигать цели. Сейчас Сергей Бурлаков – мастер спорта по плаванию, легкой атлетике и пулевой стрельбе. Рекордсмен России и мира, двукратный чемпион мира по пара-карате. Ребята говорят, такие люди и их поступки мотивируют, дают желание постоянно работать над собой. Это дает очень огромную мотивацию, то есть как бы развиваться, потому что он это дело любит, и он дальше идет к своей цели. То есть мне кажется, вот надо послушать его и идти к своей цели также, то есть несмотря ни на что. Эти люди загадочные, целеустремленные, как говорится, и мы должны нашим ученикам сказать, показать, как люди в экстремальных ситуациях не сдаются, борются, живут. Сергей Бурлаков не останавливается. Уже скоро он поедет на чемпионат мира в Лондоне. А впереди еще более амбициозные планы – заплыв из Сахалина в Японию. И есть ощущение, что у этого человека все обязательно получится. Александр Шугаев, Семен Безгинов, Максим Гусев. События.